Я реально как бы примерюсь в своей вот этой новой жизни. Я участвовал там, допустим, в выставке в Майами совместно с американским куратором. Они там даже не знали, что я из России, что там просто вот американский куратор и европейский. То есть мне сейчас, конечно, это какой-то вызов. Я же всегда очень боялся, как каждый, наверное, из нас, что вот у тебя есть какие-то компетенции, но эти компетенции привязаны только к России. И что вот, а как только ты за пределы, что ты, таксистом баранку крутить, как индусы в Америке, да? И вот для меня это очень важный момент, даже если когда-нибудь потом там ситуация изменится, я вернусь в Россию, все равно это очень важный опыт существования в профессии, но в других странах. Как бы, вот. Поэтому я стараюсь настолько, насколько это возможно, не углубляться вот в такую в ткань. Ну, уж точно сериалы российские я не смотрю. Вот, там, понятно, новости, куда от этого денешься. Вот, лента Фейсбука, куда от этого денешься. Но сериалы лучше смотреть английские, американские.